Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Счастливыми и удачными днями для владельца этого имени являются воскресенье и понедельник. Все свои главные проекты им лучше начинать с 1, 2, 4, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 28, 29 или 31 числа. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером, самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно – умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Эти люди равнодушны к интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Буква «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый. Поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.